Самочувствие Армена Джигарханяна резко ухудшилось. У артиста обострилось давнее заболевание на фоне проблем с сердцем и почками. Врачи решили поместить актера в отделение реанимации. 83-летний Арман Джигарханян уже давно жалуется на плохое самочувствие. Сегодня стало известно, что актера поместили в отделение реанимации одной из московских больниц. По информации журналистов, у звезды советского кино произошло обострение давнего заболевания. Также Арман Борисович жалуется на проблемы с сердцем и почками. Пока неизвестно, какие прогнозы делают специалисты, но сейчас Джигарханян находится под постоянным наблюдением. Напомним, что в апреле 2018 года у артиста случился инфаркт, после чего он впал в кому. Тогда медикам удалось спасти актера, и вскоре он даже вернулся к работе в театре. Однако проблемы с самочувствием после инфаркта стали возникать чаще. Госпитализацию Джигарханяна подтвердил продюсер Марк Руденштейн. Он отметил, что Арман Борисович проходил плановый осмотр. Через 4 дня его якобы должны выписать. Позднее выяснилось, что актеру сделают операцию для установки кардиостимулятора. Любимец зрителей находился в сознании, но его состояние было тяжелым. Напомним, что 24 апреля 2019 года сразу несколько изданий сообщили о срочной госпитализации Джигарханяна. Тогда утверждалось, что Армен Борисович находится в критическом состоянии, но его друг опроверг новости о проблемах со здоровьем звезды. Позднее пасынок звезды Степан рассказал, что народный артист чувствует себя гораздо лучше. По словам родственника, при встрече Арман Борисович трезво мыслил и выглядел бодрым. Ранее актер конфликтовал с наследником, но недавно им все-таки удалось помириться. Сейчас Степан часто бывает в Москве и по возможности навещает отца. Сам Джигарханян уже давно не комментирует слухи о самочувствии. Ранее Арман Борисович периодически посещал репетиции и в театре, но ему было сложно полноценно участвовать в творческом процессе. В начале августа он провел сбор труппы Московского драматического театра. Также художественный руководитель обсудил план мероприятия на новый сезон.